Вязание двухцветного узора из простых тунисских столбиков. Провязываем цепочку из воздушных петель. И затем из каждой воздушной петли вытаскиваем по одной петле. Вяжем наборный ряд. Вот я провязала наборный ряд. И после этого меняем нитку на другой цвет и закрываем петли обратного ряда ниткой другого цвета. Сначала провязываем первую петлю воздушной петлей и затем закрываем по 2 петли вместе до конца ряда. Вот уже все петли закрыты, и далее вяжем снова простые тунисские столбики ниткой белого цвета. Набираем наборный ряд и так вяжем до конца. Вот все петли наборного ряда готовы, и далее снова меняем нитку. Провязываем первую петлю воздушной петлей и закрываем далее по 2 петли вместе. Так закрываем все петли обратного ряда. Вот я их закрыла, и далее вязание повторяется. Провязываем той же самой ниткой петли наборного ряда, а петли обратного ряда провязываем уже ниткой другого цвета. И так узор будет повторяться. И вот такой интересный узор с диагональными полосками у нас получится. А на изнаночной стороне он тоже выглядит интересно, вот в виде таких полосок. Надеюсь, этот урок был вам полезен. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. А также приглашаю посетить страницу, где находится полный курс уроков тунисского вязания. Там вы найдете все обозначения и подробные видео.